Да. А Всевышний? Всевышний, который все это создал, который стал источником всех искр и осознанных искр. Уже один нюанс неправильный. Всевышний не стал источником в материальном мире. Всевышний является изначальным духовным источником, и по отношению к материальному миру мы не возникали в нем. Мы из духовного мира, как и Всевышний. Поэтому, да, перенося искры, Всевышний является неким... Ну да, вот он для того, чтобы было более наглядно видно, что он изначальный источник искр, он и при создании материального мира как бы повторял некие версии того, как он изначально излучил все искры в духовном мире. Вот на уровне создания Великого Взрыва, на уровне, допустим, того, как Солнце светит, Всевышний создал ряд таких подобий как бы своего творения для того, чтобы ну, были возможности у людей лучше понять, что Он — это и есть Он. Но в материальном мире никто из нас не возникал. Мы пришли, получается. Ну да. И начали развиваться, получается, да, как вот вы описывали. Ну, отказаться от своих глюков и развиваться, да. Развивать осознанность. Ну да. И отказаться от глюков. Ну и, соответственно, есть разные боги, есть у разных богов есть разные свойства, у разных богов есть разные сферы деятельности. Ну, словаре некоторые из них описаны. Там, как бы, можно будет... Ну, вот у нашей Земли был изначально Бог Земли. Ну, я так понимаю, сама планета как тело. А сама планета — это тело Бога и богини Земли. То есть есть Бог Земли, и сейчас правильное название Бога Земли. Землебог. Землебог. Ясно. И получается, мы как... Его мы можем же испытывать, ощущать в своем сознании Земли Бога, правильно? Ну, я имею в виду, как вот подсознательно мы часть тела Земли. Снова подсознание. Но подсознание нужно разобрать уже. И подсознательно уже ничего не нужно ощущать. Вообще не нужно, чтобы подсознание было. Поскольку подсознание — это свалка, информационная свалка. Когда живя, мы получаем разного рода информацию, и если мы ее не разбираем и не понимаем, что и как, она у нас собирается в подсознании, в неком буфере информации, ожидающей своей обработки. Нужно вот обработать, и все. Основная информация уйдет в архив, выводы останутся более ближе, и ими можно будет пользоваться дальше. А если мы набрасываем подсознание всякое, то там мы можем услышать не только Бога Земли, а можем услышать даже Карлоса Кастанеду и вообще любую живность. Если же брать на уровне ноосферы, то есть сферы разума, то можно таким путем связываться с разумом, изначальным разумом Земли. Можно медитационно установить контакт разума к разуму. Ну, во время медитации. Ну, медитация же для этого и делается. Понятный же этот же принцип? Ну да, понятно. Что медитация — это сосредоточение на том или ином объекте. А если у нас речь о Боге, то мы не просто на нем сосредотачиваемся, мы еще к нему сознанием устремляемся. И, допустим, с Псоглавом у меня нормально получилось установить постоянно действующий продуктивный контакт. Бог сна не захотел со мной общаться, ну потому что он, видно, уже понял, что я от него хочу. Ну и по какой-то причине он не захотел мне это предоставлять. Хоть я канонично исполнил медитацию по всем предписаниям, соответственно, и жертвоприношение исполнял, и аскезу исполнял,
То есть он должен был ответить. Есть боги сна, есть боги разных других явлений, областей деятельности биологических существ, областей жизнедеятельности человека, функций разнообразных органов, функций растений, областей земли, разных частей в этих областях, рек, морей. Везде есть та или иная искра, которая является управляющей по отношению к данной системе. Есть понимание этого или как? Да, интересно. И есть еще ведический канон, который позволяет более качественно обращаться к этим управляющим искрам. Ну да. Вот, надо будет это разобрать. Почитать. Но с Псеглавом прекрасная связь. Псеглав всегда отвечает. Даже вот, если разобраться, то я хуже отвечаю, чем Псеглав. Вот та же самая, которую я перезванивал только что, она мне аж вчера писала, что ей там надо. А я ей только сегодня перезвонил. А Псеглаву можно сразу мысль послать, он сразу обратно пришлет мысль какую-то уже свою, то есть даст ответ. Хорошая связь у вас, конечно. Но она как связь, сразу получается или она в по мере практики? Ну, вообще установление такой связи я изучал долго, но когда я для редактирования некоторых особенностей, связанных с нынешним главой рахманской традиции, с Чупакаброй и еще с рядом зловредных особей, решил с Псеглавом уже наладить контакт, соответственно, я исполнил к нему каноничное жертвоприношение, каноничные разные нюансы и установил контакт. Я Псеглаву предложил, что я готов осмыслять возможные варианты определения жизней для тех существ, которые как бы нужно, чтобы осмыслять. Ну и, соответственно, предлагаю некоторым существам такие и такие процедуры. Ну, фактически, можно сказать, как бывает, люди предоставляют свой компьютер для какой-то программы или для какой-то системы, чтобы его использовали для каких-то более глобальных расчетов. Фактически, также я предложил свой ум для некоторых кармических расчетов и некоторых редакций. Ну, взамен тем некоторым действиям, которые я решил внести в некоторые кармические ситуации. Ну, это же получается, если вы об этом размышляете, соответственно, и создается, притягивается реальность в этом направлении, правильно? Ну, не только. Допустим, от Псеглава периодически я получаю некоторые описание того, какие есть кармические предпосылки у тех или иных существ. И, соответственно, как бы мое задание осмыслить и простроить картину жизни этим существам или некоторые частности этой картины. Ну, это дальше еще будет перередактировано рядом богов, это дальше еще будет встроено в ряд других разных нюансов, ну, по крайней мере, я как бы такую заготовку создаю. Ну и, соответственно, отправляю обратно Псеглаву обработанный таким путем файл. Это причина, а последствия этого вот будет? Возможно, кто-то пересмотрит свою жизненную позицию в этом вопросе. Ну, вообще, я не планировал этим делом заниматься. Вообще, моя была цель — это отредактировать для некоторых праведных целей кармические пути некоторых особо зловредных существ. А Псеглав мне такое, что типа, ну ладно, ну тогда давай еще вот тебе редактируй. Интересно. Ну, я думаю, совместная деятельность.
Периодически он присылает мне такие файлы в сознание. Ну вот, я вот так вот понимаю, есть рахманская традиция на Украине, есть весь тот свод знаний, которые там изучаются с детства, семейно. Там же идет понимание, я так понимаю, что полное, целостное, и должно, должно присутствовать понимание, что как этого не хватает знания всем вот населению Украины. Ну, в какой-то степени я могу их прекрасно понять, потому что, приходя к разным эзотерикам и говоря им, вот есть ведические знания, я сталкиваюсь с тем, что большинство эзотериков мне говорит: уйди, нам не надо эти твои знания, в чужой монастырь со своим уставом не ходи, мы вот верим в данного Сатья Сай Бабу, или не Сатья, не Сай Деду, или Ошо, оно такое вообще непонятно, ну неважно даже. Вот мы в это свое что-то такое верим, и нам больше ничего не надо. Не разрушай нашу веру. Каждый имеет на свое права. Там вот ты считаешь так, оно считает так, это считает так, тот считает не так. При этом я говорю: стоп, ребята, я же не говорю, что это я так считаю. Я говорю, вот есть знания, вы можете их проверить, вы можете их осмыслить, вы можете их понять, вы можете их поставить под сомнение. И если вы опровергнете их и докажете, что вы правы, или вот тот ваш Оша прав, или не Оша, или еще какая-нибудь штука, то, соответственно, я готов пойти на такие, допустим, какие-то публичные дебаты, или, допустим, записать это дело, чтобы пришел там какой-то товарищ, и мы, соответственно, будем дискутировать. Если он побеждает, я готов служить ихному учению, течению, там, сколько угодно. Способствовать. Ну, если они докажут, что ихно течение, соответственно, намного превосходит рахманскую традицию. Некоторые когда-то пытались доказать, но снова, это все примитивно и бессмысленно, и опровергается очень просто. Просто никто даже не пытается разобраться в том, не что пытаются. Есть знания. А только начнешь разбираться, твое сердце, твоя искра сразу будет пробуждаться в понимании истины. Так они же не хотят пробуждаться. В том-то и проблема. Один приехал ко мне, он сделал такую колоссальную материальную подвижку. Он жил в одном городе, но для того, чтобы изучать веды, он приехал в Одессу. Для него это великий подвиг. Вот он считает, он приехал в Одессу. Подвиг — это уже как иллюзия уже пошла. Ну да, развиваться. Но у него была иллюзия, что здесь я, как, допустим, профессор Дамблдор из Хогвартса, научу его, как Гарри Поттера, как ему летать на метле и побеждать Волан-де-Морта там. Или что-то в таком духе. У него были такие какие-то фантазии радужные, все такое. А тут я ему принес текст и говорю: учи буквицу, а без буквицы никуда. Он такой: а туда-сюда, это туда. Я второй раз: вот текст, читай буквицу. Третий раз говорю: давай осмыслять. Вот почему ты это не прочитал, почему ты то не прочитал. И все дошло до того, что он иногда сейчас говорит: ой, а если бы так уже забыться и заснуться, ничего не знать, ничего не понимать, так было бы удобней. То есть мы дошли до истины. Мы дошли до того, что его самообман, именно в таком ключе его пытается. То есть у него есть как бы некий вектор и к развитию, но поскольку присутствует и самообман, то постоянно самообман ему показывает свет в ложной картине, в ложной искаженной вообще системе. И постоянно того, чего как бы он себе нафантазировал, нету, а то, что есть, оно не соответствует его ложным представлениям, ложным желаниям. Так же само у многих эзотериков.
Им не хочется пробуждаться, им хочется заснуться как можно глубже. Им хочется отключить ум, отключить разум, уйти в нирвану и так дальше. Поэтому они и очутились в материальном мире. И если они так дальше будут действовать, вот им Всевышний дал, Он их довел до человеческого воплощения. Когда у них есть выбор, вверх или вниз, если они сознательно, подсознательно, как бы это ни называть, даже подсознание — это грань сознания, которую человек допустил и чему он способствует ввиду тех или иных тоже собственных склонностей. И если человек выбирает деградировать, он упадет до уровня обратно мертвой материи. И большинству эзотериков это вполне нормально, это вполне подходит. Поэтому понять вот тех львовских товарищей, которые смотрят на окружающих хуже, чем на животных, вполне можно. Вполне можно. Вопрос только в том, что да, вот они такие есть. Однако, если получается львовская система падет, то возможности изучать веды вообще не будет. Вот что самое огорчительное может быть, конечно. Поэтому я и за то, чтобы распространить, чтобы веды сохранялись в интернете, в библиотеках и так далее, и так далее. Они это по-другому воспринимают, что они все силы потратят именно на сохранение своей системы. Ну а если падет, ну все. Ну все. Мне это не подходит, такая позиция. Я считаю, что возможность падения слишком велика, возможность самозагнивания или какой-то внутренней деградации, которая приведет к падению, слишком велика. Поэтому лучше знания распространить для того, чтобы независимо от того, где в следующей жизни получится воплотиться, была возможность изучать веды. Ну и, собственно, исходя из того, что они предприняли некоторые действия против меня, я предпринял против них сейчас такую медитацию. Я ее продолжаю, и я там компенсирую некоторые ошибки. Такую аскезу, медитацию, ряд жертвоприношений, в ходе которых я от богов прошу, чтобы боги кармические показатели так перередактировали, чтобы когда представители традиции находятся рядом, но это не будет касаться тех людей, кто примкнули к традиции через меня, это будет и не будет касаться рахманов. Это будет касаться именно львовских вот этих товарищей. Что, соответственно, когда они будут рядом с обычными людьми, они будут получать все те негативные реакции, которые заслужили эти люди, которые рядом с ними находятся. Ну да, им будет особое там переструктурирование кармы и весь этот потенциал будет взят все-таки с них, а не с кого-то другого, потому что это невозможно. Но будет им выдаваться в виде того наказания, которое получили бы те, кто рядом с ними. И я прошу богов, чтобы так было до тех пор, пока они не решат выйти и начать проповедовать ведические знания. Поскольку я понимаю, что один я не способен на то, чтобы все это сделать, что нужно, а ждать, пока из нынешних людей получится кто-то или что-то, что сможет переводить, изучать и распространять тексты, я понимаю, что это ожидание может оказаться и безосновательным. Поэтому вот я предпринял данное действие. Конечно, львовские товарищи еще больше на меня злятся, еще больше думают, какую бы погибель мне найти. Ну, посмотрим.
относительно того, как разбирают то, что не нужно разбирать, это в частности многие христиане тому прекрасно являются примером, когда они разбирают какие-то части Библии или, вернее, какие-то части своего учения, которые не являются вообще частями их учения. А допустим, когда это не библейская какая-то штуковина, когда это штуковина, которую приписали уже позднее, и попы это называют как бы предание святых отцов, ну, которые параллельно с Писанием существуют, а рядовые христиане могут даже утверждать, что необходимость красить яйца и печь куличи – это является библейски записанной. Мне одна чучела недавно попалась. Чучел почитал Фоменко и Носовского и мне высказал свою теорию, что Библия изначально была откровением славянских богов, поскольку там вот необходимость празднования Пасхи, а он в интернете заметил картинку, что куличи и крашеные яйца похожи на индусские атрибуты культа Шивы. То есть вот, ну, то есть идет сопоставление того, чего вообще не стоит сопоставлять, вернее, в такой пропорции. Потому что библейские Пасхи это там, то есть там просто хлеб и вода использовались, и никакие куличи не пекли никогда. Так вот, что, будем разбирать тот главный глюк или что? Ну да. Каково и пока есть понимание того главного глюка? Главный глюк – это в получении Сарасты, что разбирается. Это ну, да. Ну, это... Не, ну, если... Внутренний как бы... голос, да, вот то, что к чему ты... Или ложное эго, то, к чему мы прислушиваемся, с чем себя ассоциируем. Ну, да. И впадаем в ту иллюзию. Если, допустим, ассоциируем себя с ложным эго, с тем, что не есть мы, и получается, мы уводим сами себя в эту иллюзию. Ну, да. И там находимся. Просто ну, да. Нужно это понимать. Всегда осознавать себя искрой и отождествлять себя с той игрой, которую мы ведем в материальном мире. Но не всегда же получается. Бывает же забываешь об этом. И, не верю. Ну, не, ну чем больше об этом размышляешь, тем больше на этом внимание свое акцентируешь. Так верю. Тем лучше получается, конечно, не увлекаться этими всякими иллюзиями. Это действительно так. Ну да, но и не совсем так. Вернее так, еще много чего к этому нужно приделать. Ведь в поучениях Сарасты там не просто упоминается, что это голос какой-то, а это некая склонность из некоторых искр, ну большинства искр материального мира, к тому, что они не хотели служить Всевышнему. Они поддались неким глюкам. Ввиду их данной особенности был создан материальный мир, где, соответственно, они могут существовать, не видя Всевышнего, не зная о Всевышнем, не считая, что они его часть и так дальше. И дальше в той или иной пропорции искры сами себя отдают на растерзание данной заразе, когда они отождествляют, и не просто, это на уровне мышления все намного интереснее, там все намного глубинней. Можно подойти с той стороны, а как получается людей обманывать, допустим. Вот как, ведь сейчас практически все заблуждаются. Вот какую бы сторону цивилизации не взять, возьмем религиозных, ну, зомби. Возьмем научных, ни туды, ни сюды. Возьмем
как бы просто людей, которые не религиозные и не научные, а так относительно интеллигентные, но вообще никуда и никак. То есть получается, что на данный момент нету, кроме ведических знаний, ну, по крайней мере, я не знаю ни одной системы вообще восприятия мира, где была бы какая-то ясность. И проблема не в том, что кто-то что-то обманул, а проблема в том, что люди не хотят мыслить. Людям дали христианство, в христианстве идея, что вы можете ничего не делать и попадете в рай. Ну, если покаетесь, если там деньги дадите. А денег всегда дать легче, чем реально как-то совершенствоваться, чем праведно жить и так дальше. И поскольку изначально в них был глюк, что они не хотели знать Всевышнего, не хотели служить Всевышнему, не хотели осмыслять Всевышнего, то данный глюк дал возможность им пойти купиться на эту идею. То есть этот глюк – это как червяк. Если рыба, она глотает этого червяка, то в людях, получается, червяк и так уже есть. И просто разные зомбираторы к этому червяку крючок с той или иной стороны пристраивают и дальше тянут туда или сюда человека. То есть причина была и в этом изначально, да? Ну а какая причина, другая? Которая... Прошу предоставить любую другую причину, обосновать это там. Не, я пытаюсь просто найти корень этого, как оно начиналось, как оно вообще начинается. Но корень даже сегодня. Мы можем пройтись в любую сторону. Вот возьмем современных эзотериков. Наверное же есть опыт с ними общения. Хотя практически нет, я так мало с кем общаюсь. Ну хорошо, а кого возьмем? Атеистов? Да нужно любого человека такого здравомыслящего взять, который меньше подвержен всяким пакостям, которые... Ну, кого на рассмотрение? Да, даже вот я смотрю, любой человек, который ведет более-менее... Не, ну прошу предложить на рассмотрение какого-то одного человека или группу людей. Ну, давайте эзотерика, это интересно все-таки. Ну, нету личного знания об эзотериках. Это тогда неинтересно. Тогда, наверное, с атеисты есть знакомые какие-то? Ну, так, попадали, встречались. А хорошо, христиане... Качественные христиане есть? Ну да, со всеми пересекались. Как тогда что, христиан будем? Давайте ковырять. Христиан. Ну хорошо, можем поковырять христиан. Вот христиане, они считают себя христианами. А на основании чего они считают себя христианами? На основании того, что их в воде в детстве покупали и сказали, что они христиане? А читали ли они Библию? Большинство из них Библию не читало. Больше того, если разбираться и читать Библию и Евангелие, понятно, что Библия и Евангелие – это ну, совершенно разного рода, разной направленности, разной плоскости труда. Так же ж? В Евангелии Иисус призывает к Саваоту, Библия вся посвящена Иегове. И если бы Иисус был именно последователем библейского вот этого «в лапках Бога», и тех пророков, которые там, Иисус бы сказал, да зарежьте кесаря, да повешайте кесаря, давайте восстание. И он сказал, отдайте ему то, что он хочет. Ну, кесарю кесарево Божие. То есть и этим принципом, и, допустим, никто из иудейских пророков никогда не противостоял торгашечеству в ихнем культовом сооружении. Никто не противостоял другим глюкам ихнего общества. Наоборот, вот эти, кто считаются библейскими пророками, они сложили все эти традиции. Они их укоренили, они сами этому всему следовали. А Иисус, он кардинально, совершенно другое пришел сказать. Он им сказал, это все неправильно. Вот есть Бог света Саваот, давайте к Нему. Поэтому, если внимательно почитать Библию и Евангелие, понятно, что... Ну, рядом их изучать можно, как, допустим, изучать рядом труды Сталина и труды Гитлера. Как взгляд на какие-то вещи с противоположных точек зрения. Но говорить, что Иисус потомок вот той системы и как бы продолжатель вот той системы, ну это неправильно. Сам Иисус, хоть
Да, там ему приписывается такое выражение, что как бы он говорит, что он пришел не нарушить старое, а исполнить. Но данная как бы трактовка очень расплывчата, и она вполне применима к ведическим знаниям, что он как раз именно старые изначальные знания пришел исполнить, поскольку иудаизм с точки зрения тысячелетия ведической традиции это нечто новое, он относительно недавний. Но вот если отрешиться от таких вот формулировок, которые можно и к ведам, и к Библии, и еще к чему угодно, по сути дела, хоть к египетской мифологии приделать, то получается, что Иисус постоянно шел против иудейской системы. Ну так же или как? Да, если разбираться. Не то, что не разбираются в этом. Так вот и проблема, что это не христиане, то, что христианами называется. Поскольку они не разбираются. Совершенно они не размышляют на эти темы. Ну никак вообще. Они просто, и больше того, вот они исполняют некие обряды, некие действия. И они считают, что это Иисусу как бы надо. Или там Богу как бы надо. Вопрос, им Бог об этом сказал? Им Иисус об этом сказал? Или как? Я смотрю здесь просто, вот они знакомятся от своих родителей, так поверхностно, ну, да. О христианстве. И потом то же самое копируют и используют в своей жизни. Так, но причем снова о христианстве, которое христианством не является. Поскольку вот если брать народные вот эти все христианства, то там и колядки они в христианство записали, и, допустим, купала они в христианство записали, и освящение вербы они записали, и медовый спас записали, и целую кучу всего того, что как бы ну, не имеет оснований ни в Библии, ни в Евангелии.